Всем привет! Вы на канале Вяжем дома, и сегодня я хочу показать, как связать вот такой вот красивый рельефный узор спицами. Этот узор состоит просто из чередования лицевых и изнаночных петель, и вот так вот красиво он получается. Это его лицевая сторона, и вот так вот выглядит его он с изнанки. Узор отлично подойдет для вязания джемперов, свитеров, кардиганов, как женских, так и мужских, как взрослых, так и детских. Раппорт узора составляет 10 петелек плюс 2 петельки кромочные. Итак, давайте приступим. Вот здесь я набрала 2 раппорта по 10 петель, то есть 20 петель, и 2 кромочные петли. Раппорт первого ряда. Кромочную снимаем. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5 лицевых. И дальше чередуем. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Все, вот это вот раппорт узора состоит из 10 петелек. Давайте повторим. 5 лицевых. 2. 3, 4, 5. И дальше чередуем. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Все, провязали еще раз раппорт первого ряда. В конце кромочная петля, изнаночная. Переворачиваем вязание. Раппорт второго ряда. Кромочную петельку мы снимаем. И сейчас будем чередовать. Вяжем. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И дальше 4 изнаночных. 1, 2, 3, 4. Вот это раппорт второго ряда. Давайте мы с вами его повторим. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и 4 изнаночных. 1, 2, 3, 4. И кромочная петля изнанкой. Переворачиваем работу и вяжем третий ряд. Раппорт третьего ряда. Кромочную снимаем. Провязываем 3 лицевые. 1, 2, 3. Дальше чередуем. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. 2, 4, 6, 8, 9 рядов и еще одна лицевая. Вот это мы провязали раппорт третьего ряда. Давайте его повторим. 3 лицевые. 1, 2, 3. Чередуем. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и 2 лицевых. 1, 2 и кромочная петля. Вяжем четвертый ряд. Раппорт четвертого ряда. Кромочную снимаем. 3 изнаночные. 1, 2, 3. Дальше чередуем. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и 2 изнаночных. 1, 2. Повторим еще разочек раппорт. 3 изнаночных. Чередуем. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и 2 изнаночных. 1, 2 и кромочная петля изнанкой. Переворачиваем, вяжем пятый ряд. Кромочную снимаем и вяжем. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Повторим его. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и 4 лицевых.
1, 2, 3, 4. Кромочная петля изнанкой. Вяжем 6 ряд. Раппорт 6 ряда. 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше чередуем. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Все. Повторим раппорт. 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И кромочная петля изнанкой. Вяжем 7 ряд. Кромочную петельку снимаем и провязываем. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Повторим раппорт 7 ряда. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и 4 лицевых. 1, 2, 3, 4 и кромочная петля. Вяжем 8 ряд. Кромочную петельку снимаем. Провязываем 3 изнаночных. 1, 2, 3. Дальше чередуем. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и 2 изнаночных. Это мы провязали раппорт 8 ряда. Повторим его. 3 изнаночных. Дальше. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и 2 изнаночные. 1, 2 и кромочная петля. Провязываем 9 ряд. Раппорт 9 ряда. 3 лицевые. Дальше. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, 2 лицевые. Повторим его. 3 лицевые. Дальше. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и 2 лицевые. Кромочная петля изнанкой. Вяжем 10 ряд. Кромочную снимаем. Чередуем. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и 4 изнаночных. 1, 2, 3, 4. Повторим. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и 4 изнаночных. 1, 2, 3, 4 и кромочная петля. Все, мы провязали полностью весь раппорт. Он состоит из 10 петелек и 10 рядов в высоту. Вот такая вот красота у нас получается. Вот еще разочек покажу. Если видео понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Для меня это очень важно. Также не забывайте подписываться на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. Всем пока!